Любовь-морковь. Варнюшенька, сильно не дави ее. Варнюша, не надо сильно Нюшу давить. Что, любовь морковь у вас, да? Варнюшка. Ой, Нюшка, что делает, да? Варнюша, да? Ну, сейчас мама кофе пьет и идет, да? Да. Ай, так больно ей. Зубастики. Мы на прогулочку вышли. У нас такой мороз, прям заморозки. Я иду, я вся замерзла. Нельзя. Найн. Давайте вперед. Вот акробатик. Ой, Нюха. Барнюша новую шлейку сегодня одел. Выписала, кстати, с Алиэкспресс. Такие хорошие. У Нюшечки тоже вот эта вот с Алиэкспресс шлейка. И у Барнюшки хорошая. Удобные такие. Через лапки одеваются. Не надо через голову. Им нравится. Еще Барнюша полувирчик выписала, но еще не пришел. Бегает. Холодно, я прям иду, вся замерзла. Вообще похолодало, минусовая, не знаю сколько, но минус один точно, если не два. Я иду, у меня руки замерзли. В общем, лицо все. Это дело платочки ей такой. Тоже купила на Алиэкспресс. Смотрите, как хорошо ей. С платочком, да, Нюнька? Вот. Там тоже собачка гуляет, нет? Без собачки они все смотрят. Ой, холодно. У нас сегодня папиры выбрасывают, бумагу. И выставляют. Выставляют, то есть, да. Что там увидела? А, там дети. Ну, лучше не надо, где дети. Там собака тоже с собачкой. Вот сейчас я отключусь. Сейчас акробат. Вот он. Акробатик. Ой, холодно. Надо немножечко еще и домой идти. Видите, снежок лежит. Там такой заморский. Да, Нюнька? А? Так, ну что я могу сказать? Что вчера было? Да, ничего не было. Паша пришел поздно. На вопрос, где ты был. Ну, с работы, естественно. Кушать не стал. Я приготовила, на стул поставила. Ну, говорю, садись, надо разговаривать. Я хочу поговорить. Потому что, действительно, молчанку играть, это ненормально. У нас уже было, мы 3 месяца не разговаривали. Даже не 3, а больше, наверное, было такое, да. Потому что это идет на нервы и мне, и ему. И, в общем-то, такое вот. Говорю, давай разговаривать, как дальше жить будем и что вообще происходит. Ну, поговорили. Он мне сказал, не заставляй меня никогда то, что я не хочу делать. Чем ты меня заставила? Ты меня сама заставила это сделать. Я знал, что так будет. Я знал. Ну, так вот, понимаете. Поэтому я сказала, в жизни больше я никогда не заставлю его что-то сделать, там сказать, что давай вот это. Пускай сам решает. Вот, ну да, поговорили мы. Подробно, конечно, я не буду говорить, что и как. Ну, в общем, выяснили отношения, как мы дальше будем. Посмотрим, время покажет. Ничего не буду загадывать, время покажет. Ну, пока вроде как примирились, слава богу. Ну, это очень тяжело, знаете. Очень тяжело все. Вот. Да, Нюшка? Потом мы чаек вместе попили.
общем, вместе чаек попили с тортиком. Сказал, торт вкусный очень. До этого он его не ел. А потом он у меня спрашивает. Говорит, он не отравленный. Ты не отравишь меня? Представляете, я в шоке была. Я говорю, ты что, смеешься, что ли? Говорю, кто тебе такую мысль, говорю, дурную в голову втемятил, или как сказать правильно, вбил, что ты мне такое вообще говоришь, чтобы я тебя отравила. Представляете, говорит, он не отравленный. Это ужас. Короче, вот так вот. Идем, гуляем. Знаете, как хорошо прогуляться? С утра люди ходят, вроде как все говорили, людей нет, ходят. С утра прогуляться, морозно так. Конечно, я понимаю, что это... Вон цветочки замерзли. Что это, как сказать, ну, такое, знаете, для нас и такое хорошо. Немножечко вот заморозки, снежок, и мы уже радуемся. Особенно я радуюсь, я люблю снег. Почему я всегда в Россию зимой ездила? Потому что мне это очень нравится. По снегу походить, и морозно, когда вот так. Но этот раз мне не придется. Вот. Все равно в Россию, ребят, мне надо ехать, мне же надо получать наследство. Я должна была уже в октябре, но не получается. В октябре не получилось, так как вот в мае теперь. Ну и по даче что-то надо решать. Мне же дачу надо с маминой дачи что-то делать. Ну, продавать, конечно, естественно. Потому что квартира и дача для меня не висит. Ну, как бы, да, мне это не надо. Ну, такие дела. С квартиры, наверное, конечно, я подожду. Я не буду торопиться. Потому что сейчас времена такие. Пускай она стоит. Конечно, надо, чтобы смотрели там. И оплачивать все это надо дело. Но буду как-то стараться как-то делать. Есть у меня подружка, которая мне помогает. Хорошая одноклассница моя, Светочка. Я доверяю ей. Доверяю 100%. Она смотрит, докладывает мне, все фото присылает. В общем, все нормально, да? Вот. Друзья мои, Нюнька покакала уже. Подбежала, ей вкусняшку дала. Я просто это снимать не могу, потому что мне неудобно вот так с этими карабинами иду. С двумя. Это вообще неудобно. Тут уже весь побитый такой. Вот. Надо вот такой один купить на двоих, тогда будет как-то более-менее. А так я вот хожу, как это, держу. Мне неудобно это. Да, Барнюшка? Солнышко, солнышко, да, выходит там, вроде тучек нету. Вчера так пасмурно было, а сегодня, видите, небо. А знаете, я заметила, когда морозно так, да, так это... Да, когда солнечно... Тогда и как морозно, наоборот. Когда мороз, тогда и солнечно. Вот что я хотела сказать. Вот. А когда дождливый день, вот такой пасмурный, и солнца нет, как-то и настроение даже. Да, Нюнька? А, Нюнька? Нюнька? А, Нюнечка? Да, еще хочу сказать насчет собачек. Многие пишут, вот собачек выбросите или там что-то отдадите. Собачек никто никуда не отдаст, я этого не позволю и даже близко. И он их любит тоже, знаете. Говорить все, что угодно можно. Вот он так говорит, но мало ли что, знаете. Вот со зла, знаете, как слово выскочило, как... Ну, этого не будет никогда. И у нас в Германии животных не выбрасывают. Многие пишут, только на улицу не выбрасывайте. Там это. У нас никто животных никогда не выбрасывает. За это большой штраф. И знаете как, по закону. Если не надо, в приют отдают. Или людям отдают, там продают, отдают. У нас беспризорных на улице ни кошек, ни собак нет, ни одной. Я еще не видела. Если только не потеряется, и то сразу находят люди. В приют отвозят. Или держат у себя, пока хозяин не найдется. Дают объявление, или там звонят. В общем, так как-то, да. Ой, замерзли, жопки трясутся. Сейчас домой идем. Поэтому беспризорных здесь нету. И такой, мне многие пишут, ой, только не выбрасывайте, только... Вы что, какое выбрасывать? Во-первых, никогда в жизни я это не сделаю, и он не сделает, понимаете? Говорить, я еще раз говорю, сказать можно все, что хочешь, но сделать, знаете как, не сделаешь. Да, Нюнька, кто там идет, надо отключаться. У нас, видите, люди ходят, многие говорят, никого нет, ходят. Сейчас я отключусь. Да? То, ребятки, с добрым утром, да?
Мы уже погуляли, пришли, я кофеёчек себе уже вторую кружечку наливаю. Сейчас буду пить. Вот, и тортик вот мой. Ну, мы его же доедаем. Паша вчера с удовольствием его покушал. Говорит, вкусно, но он не отравленный. Я говорю, слушай, ну ты что, говорю? Ты понимаешь вообще, говорю, что ты говоришь? Не отравленный. Как я могу? Сейчас возьму и отравлю торт, сама же ем, и тебя специально, что ли, буду отравлять? Ну, это ужас. В общем, вот так как-то. Нюшка наша сидит. Нагулялись мы так хорошо, да? Че, Нюшенька, ты кушаешь, что ли? А, что ты там делаешь? Ну, в общем, вот так как-то, да. В общем, примирились, да, примирились, слава богу, потому что я не хочу опять, что как раньше, да, чтобы мы так вот по неделями и по месяцам не разговаривали. Это ненормально, это идет на психику, и я вижу, что ему плохо, и мне тоже не очень-то хорошо. Вот, как бы не было, да. В общем, мы обговорили все это. Наши, вот эти, нашу жизнь совместную, как дальше мы будем жить вот в таком вот, да. Я говорю, я ему все сказала, говорю, Паша, ты вспомни, говорю, то, что было, говорю, раньше, то, что ты мне обещал, то, что ты мне говорил, когда мы еще не женатые были, когда мы это видели все и знали, да, и ты знала, и я знала, и ты мне что говорил, я тебя отгражу от всего, ты ничего не будешь чувствовать, ничего этого не будет, и даже не беспокойся. Вот я ему вчера сказала. Он вчера говорит, да, я, это моя ошибка, я вот так вот. Говорит, все, говорит, я тебе сейчас 100% не могу обещать, но я тебе обещаю, что я буду стараться делать, чтобы тебя это не трогало. Вот это вот все, да. Я говорю, ладно, хорошо, я тебе, говорю, верю. Нюша, не надо туда, Нюня. Куда ты полезла? Она все пытается на окно. Не надо, Нюшенька, туда. Я боюсь, что она там зацепит и все стащит. Нюш, пойдем. Иди сюда. Иди сюда. Не надо туда. Ты же хорошая моя девочка. Такая умненькая. Уже в туалет просится, да, на горшочек. Подойдет, дверь балконную царапает, потому что я ее вывожу на балкончик. Это как говорю, пойдем гулять на улицу, она уже знает. Она уже там писикаки, я говорю, хорошая девочка. Она потом уже сделает и ждет, когда я вкусняшечку дам, да, моя девочка. Такая хвалюся, ей уже 6-й месяц пошел. Такая вот она умненькая у нас девочка, да. Ой, извиняюсь. Умненькая ты у нас, умненькая, да, хвалюсенькая. Маму любит, с мамой. И так вот ночку одна спит своей этой лежаночки, а потом под утро ко мне просится, или мерзнет, или что, не знаю, я ее беру, она под одеялком со мной спит, такая вот халёсяя девочка, да, такая умненькая наша девочка, да, а как она боялась, когда мы ругались, как она тряслась, они все понимают, действительно. И парнюшка, они сразу прячутся. Потом я думаю, куда она делась? Она спряталась, я ее достаю, она вся трясется. Представляете, как собака реагирует на вот эти скандалы, на вот эти вот, на все. Это просто ужас, да? Я даже никогда не могла думать, чтобы собачки вот так вот, да, вот могли реагировать. Такая маленькая, и все что-то понимает. Нет, она уже так не кусается, как раньше, да? Я не кусаюсь, я уже знаю, что нельзя кусаться так. Да, я буду свой тортик, он такой вкусный, знаете, очень вкусный. Это вот черный принц, кто знает. Но сверху он делается еще с шоколадом, да. Но я просто сделала тоже крем, как положено, да, сметанный крем, очень вкусный. А сверху у меня орешки грецкие, а надо было просто шоколадом его, да. И я сильно какао много тоже не добавляла, да, он должен был сильнее быть. Ну, в общем, как-то так сделала. Ну, на свой вкус, да, потому что я его уже делала, я знаю. Мы его еще с России, этот тортик, знаем. Все, пьем кофеечек, да, ребята. Нюнь, а что ты туда, а что ты хочешь там? Что ты там хочешь? Что-то уже заглядывает. Нюша, туда нельзя. Да, там мамина все стоит. Вот. Вкусный кофе такой. У меня губы накрашены, я ж гуляла, мы только пришли. С прогулки, да, Барнюха вот он сидит. Нюшка уже эту лежанку дерет. Я уже прям, знаете, вчера разодрала. И оттуда вот такой синтепух пошел. Я это немножечко туда подтолкла опять, ну, засунула, да. И надо, короче, там зашивать. В общем, она уже, ну, рвет, да. Ну, она не понимает, конечно. Ладно, все, будем кофеечек пить и все.
Хорошего дня всем. И мне тоже. Хватит уже вот эти стрессы. Это действительно, знаете, так идет на нервы. Я вот эти... Я сегодня ночью опять не спала. Вот это все думала. Хотя вот примирились, да. Но я все думала. Я потом открыла телефон. Давай смотреть. Опять читать ваши комментарии. Все. Отвечала. Время 2, 3, час ночи, 4. Я под утро только уснула. Я не могла спать. Мне было очень-очень плохо. Да, и вчера у меня так болело сердце, и душа болела, знаете, померила давление, у меня давление 155 было, и нижняя сотка, это очень плохо, я знаю, пульс более, вроде, не, ну, вроде как такой не сильно там, бывает у меня пульс сильно такой, а этот раз нормально как бы, но все равно, знаете, это нехорошо, потому что сердце вот так вот бьется, ты переживаешь, ты не знаешь вообще, как оно, что будет, и говорю, вот эти недосказанности и неясности, это хуже всего. Да, Нюнька, вот она как любит с игрушками играться. У нас дома детский сад, все разбросано кругом. Вот. Вот так вот. Да, мы вчера вот поговорили, я сказала, Паша, так не пойдет, как мы живем, так нельзя, понимаешь? Он мне говорит, ты меня ни о чем никогда не заставляй делать то, что я не хочу. Я действительно его заставила, это правда. Когда какие-то звонки он не хочет брать, я теперь уже понимаю, почему он не хочет. Он сразу чувствует, что что-то не то. А я говорю, возьми. И начинаю настаивать, начинаю его толкать на это. Вот и, пожалуйста, результат, сама виновата, конечно, сама. Да, я сама виновата. Единственное, знаете, я хочу сказать, что я вчера ему задала вопрос такой, говорю, скажи мне, пожалуйста, вот в чем я виноватая, в чем, где моя вина? Где моя вина, что вот это все случилось, ко мне такое отношение вот от них, да, вот от дочери, вот что я такое сделала, да, с первого дня, когда мы встретились, и ко мне было такое отношение, не, как сказать, ну, такое сразу же, я видела это, да, я ему это сразу сказала. Он говорит, ничего ты не сделала, говорит, и ко всем бы такое отношение было, если это даже не ты была бы, ко всем. Говорит, потому что я знаю характер, вот, их, и вот особенно старшей дочери, он говорит, это ко всем бы было такое отношение, потому что действительно, тут и ревность, тут и, в общем, ну, понятно, да, многие люди пишут правильно. Вот. Он мне единственное вчера сказал, Оля, удали эти видео, которые ты сделала. Я говорю, нет, я удалять ничего не буду. Я ничего удалять не буду, потому что это мой канал. Я что хочу, ставлю. И я специально это все сделала. Мне хотелось. У меня так крик души такой был. Крик души. Я это сделала. И у меня до сих пор еще крик души остался. Это, понимаете, моя боль. Я это высказываю. И мне легче все равно становится. Вы мне даете советы. Вы меня поддерживаете, вы меня как-то стимулируете, понимаете, на какие-то действия, на какие-то, ну, правильные действия, да. Это действительно, знаете, самой одной мне тяжело справляться. Как мне, ну, писали, что с подружками соберитесь, там подружки знают. Подружка, особенно Оля моя, она вот эту ситуацию все знает с первого дня. С первого дня, потому что когда мы с Пашей познакомились, мы были, она все это знает, и как было, и что было, вот. И, понимаете, а вот когда я с вами советуюсь, вам рассказываю, вы мои подписчики, вы мои друзья, и вы меня сильно поддерживаете, вы мне даете силы, понимаете, вот правильно сказать, силы. И это очень здорово, это очень здорово, и я нисколько не жалею, что я сделала это видео. Кто бы что ни говорил, если меня кто-то не поддержит, я знаю, многие меня не поддерживают, вот, то, что я это сделала. Но я сделала это специально, пускай люди знают, что бывает в жизни. Я много ситуаций, знаете, знаю и слышала, когда люди вот так, в возрасте в таком, да, а потом у них жизнь не получается именно из-за детей. Дети не дают жизни. Я всегда удивлялась, ну почему дети? Причем здесь дети? Оказывается, вот такое бывает. Я не знала, я даже не думала никогда, что со мной такое может быть, да? Вот. Тем более я плохого ничего не делала. С первого дня нормально.
пришла нормально, мы поздоровались, познакомились, потом пошли даже куда-то, у них собачка до этого была у Паши, собачка была, да, у них, ну, в семье была собачка, и взяли эту собачку, потому что дедушка был жив, и эту собачку дедушке передали, дедушка как бы гулял, еще он мог, нормальный дедушка был, и... Мы взяли эту собачку, пошли гулять. Все было хорошо, нормально, разговаривали, познакомились. Вот. И потом, ну вот, со старшей дочкой сразу познакомилась. С младшей как-то я сразу не познакомилась, потому что она там в другом месте была. Потом уже на выходные только приезжала. Вообще не с папой жили эти дети. Вот, мама отдельно жила. И... Я плохого им ничего не делала. У меня даже в мыслях не было, чтобы этим детям что-то плохое сделать или что-то. Понимаете? Даже в мыслях не было. И все было нормально. И потом, когда Паша пришел, он сказал... Я у него стала спрашивать, как, что у меня. Да все нормально, но единственное... Виктория сказала, что мама лучше. Я говорю, да, конечно, это естественно. Говорю, как бы она сказала, что я лучше? Это понятное дело, что мама всегда лучше. Мама всегда лучше. Это я даже потом ей говорила, когда у нас были разговоры, я всегда говорила, это твоя мама. Твоя мама, говорю, надо маму уважать, говорю, как бы ни было. Она всегда мне говорила, вы нашу маму не знаете, какая наша мама есть. Я говорю, Виктория, говорю, это твоя мама, ты должна нормально к ней. Как бы ни было, как бы мама ни сказала, относись нормально, она, маму нашу не знаете. И потом я сказала, конечно, Виктория, мама лучше. Это я бы даже удивилась, если бы ты сказала, что вы лучше, чем мама, понимаете? И это правда, это было правда. Вот. И вот такие вот разговоры были. Плохого ничего никогда не делала. Все началось с того, что когда Паша захотел со мной жить, стал ко мне приезжать, еще мы не женатые были, и он захотел со мной жить. И вот это все началось. Вот это все началось. Это было очень тяжело, понимаете. Я рассказываю это для того, чтобы поняли, да, понятно было, с чего все началось. Почему так происходит? И вот так вот как-то, да. Я не хочу эту ситуацию, как бы... Ну, я для себя это вообще-то в первую очередь делаю, чтобы успокоить себя, отпустить это все, да. Вот я вот сегодня говорю все, и больше я об этом не говорить не буду, и выпускать эти видео такие не буду. Я хочу просто разъяснить ситуацию, чтобы и больше к ней не приходить, понимаете? Я знаю, что многие, я уже повторяюсь, многие не поддерживают меня и даже критикуют меня. И я знаю, да, даже из близких есть такие люди. Но мне все равно, понимаете? Мне все равно, кто что думает. Это мое мнение, это мое желание, это я так решила. Так, ребятки, ладно, давайте будем пить кофе, да? Слава богу, что у меня все это как бы... разрешилась, да, в мою, ну, как в нашу сторону, наша семья дальше будет существовать, будет все нормально, я надеюсь. Паша все понял. У нас был вчера долгий разговор. Я поняла. Вот. Я думаю, что у нас все наладится и будет хорошо. Я надеюсь на это. Что у нас больше таких ситуаций не будет. Не будут они повторяться. Я надеюсь, что он все понял. Он больше не допустит такого. Я надеюсь. Хотела я пару слов сказать, что я в видео никого не оскорбила, плохого ничего не сказала. Я сказала только истину и правду, и это правда. Вот. Все-все, то, что я сказала, все правда. Ни капли лжи в этом нет, ни капли придуманного в этом нет. Все это правда. До единого слова я сказала правду. Если кто-то, может быть, сомневается и говорит, что там это не так, не так, а что такое, Нюшенька? Это все правда. Я ничто не наговорила ни на кого, я ничто не придумала, вот, сказала как есть.